Лунная. Ух ты, Стас, 172 прилетел. Ну-ка, ну-ка, Где, кто где, это где, у где, нас? где, 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 где? Коры. Лунном. Лунный. А 172 это очень похож на того, которого я бил в соло. По-моему, это он. 42 не он. А может и не он. Там 4700, блин. Я ему 1,5 ляма снес одной атакой. Это, кстати, ловушка. Ну, как сказать, ловушка. Нифига не ловушка. Это подстрелковый креп, что ли? Непонятно. У него пехи, пехи кони Т2. Луков прям вообще мало. Т4-х войск нет. Там только Т3 и Т2. Cuba, don't forget to switch the gear. Buyback will carpet you. 5, 4, 3, 2, 1. We go. We go. Carpets, carpets. Nice. Nice damage. Вот это другой разговор, Кьюба. Молодец, Кьюба. Это другой разговор. Nice revenge. Nice. He was using Trojan. У него троянский конь использован. Но мы ему прям капец как вдамажили больно. Минус 3 ляма. Это жестко. На запале. Так надо повесить сначала. Да, в... Не, ну это соло цель. Ешь собрал. Это соло цель, нужно выходить с лидером. Я бегу. Вы засранцы. Какая соло цель? Пошли. Оооо. Это было ему очень больно. Но я ему почти всю каву пронес. Почти всю каву ему пронес. Минус 30 миллионов силы одной атакой. Но вы его добили. Я даже не стал выходить дальше, пустой? Потому что я понял, что там все уже ничего не останется. Ребят, кто посчитает байбаку за 10 секунд? Да, мне шмот надо поменять. Кролика проюзать не забудь. Проюзал. И чернокрыло. Проюзал. 9, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вышли. Вышли. Ковры, ковры, ковры. Минута. Летим! Опа. Чё, чё, о, что? Вот это просадка, вот это урон. Сели, да? Минус 10 лямов. Let's open the next rally. I think it's better to cavalry. Let's set the cavalry. Cuba, can you open? Слушай, слушай, слушай. А мы успеем еще, кстати. Возможно. Yeah. Ребята, кто начинает сбор? Cuba already set, nice. Cuba начал. Cavalry. Офигеть, блин. Лучше первую форпост как залетел. 375 Т5-х? Было хорошо. А мой чернокрыл что, на него уж потратил, да, я? Да. Ради этого стоило юзать чернокрыла, на самом деле. Вот ради этого стоило. 375 тысяч Т5-х луков отъехало. Там чернокрыл и в замок, и в форпост ударил. Да. Это бой. Блин, вот он больше никогда не будет давать форпост. Это жестко, блин. Писец же. Потерять просто на ровном месте 375 тысяч Т5-х. Ребята, поделитесь место хотя бы чуть-чуть, а? And let's carpet. Ладно, кто-то нажимает. Слышно эти ковры. Клацает прям. And he's burning. Yes. It was ranged phalanx. Oh. That was nice that you used ranged wedge. Very nice. Shield. Nice shield. Очень хороший щит. Очень своевременный, главное. Все. He lost. Блин. 15 million troops. 15 million. Nice. Это было жестко. Блин, смотрите, у него сколько, Т4 там. 10 миллионов.
Блин, теперь нужно ускорить как-то этот возврат. А, у меня есть грифон. Отлично. Это жестко. Крем на фольте. А чем его крепили-то по итогу? Крепили его Т2 не конницей, луками. Луки-пехи. Олег, ты там говорил 500 лямник стоял, помнишь? А, знаете, почему мы его пробили, ребята? Вы смотрели внимательный отчет? Он без героя нас принимал. Он без героя нас, без лидера принимал. Фиолетовый герой там у него был. Кьюба хитук our rally without leader. He sheltered his leader, and so we burn him. Вот это он молодец. Вот это он правильно сделал. Сбор, в стримы вступайте. Yeah, he took us without leader. Oh yeah, you're right. Он что, до этого потерял лидера или... Или он дурак? Спрятал. Он, наверное, спрятал его. Я так понимаю, судя по этой дичайшей просадке от сбора байбака, он тоже его принимал без лидера, скорее всего. Потому что так принимают сбор обычно на полной ферме, блин, с 10 миллионами потерь. Может, у него изначально лидера не было? Мы же не знаем, где он лидера потерял. Не, ну он же онлайн был, что он дурак, что ли? Да где он мог лидера потерять? Посмотри на его киллы. Ну, там нет запала. Там 10, там 20 миллионов киллов всего лишь, то есть, ну, фигня. Ты предлагал ганбэнк к него сходить. На 500 лямника? Не, не будем гангбен устраивать. Просто можно как бы в соло попробовать прочекать. Вдруг там войско, не знаю, ляма 2-3, хрен знает. Байбак его пощупай. Попробуйте. Сейчас пощупаю. Пощупайте. Вступайте. А там скрим кого сборит, он сканит его в ответку. То есть там пустой товарищ, 439 миллионов, там ничего нет. Можешь выйти скрим в соло. Он не в голосе. Это надо байбаку. Что-то было. Так, никому не лететь. Хорошо, не полетим. Конечно, мы издалека выйдем. Никому не лететь. Вот, все. Теперь летите, да? Лидер захватит. Да? Теперь да. Отлично. А, у меня возврат. Ладно, я буду издалека. Он пока нас не заметил. Окей, гоу. Погнали, поехали. Поехали. Пошли. Растворяться так всем. Да куда? Ой-ой-ой. А, щит надел. Ой. У кого есть ковры, проюзайте их. Я в другом госе, не могу пока мисс. Ну, он, наверное, сейчас на стрелком клине примет, мы не пробьем. Ну ладно, пофиг. А, мы пробили. Стрелковый клин он поставил. Да, он молодец, он поставил стрелковый клин. Он не потерял пехов, но мы его все равно пронесли. Даже странно, слушайте. Причем разница в потерях большая. То есть здесь мы бы зашли лучше, если поставил бы он стрелковую фалу Кьюба. Но как бы мы не знали, что он стрелковый клин. Но он отыграл. То есть он в сети, по крайней мере, находится. Он отыграл от нашего кавалерийского сбора, но все равно его пронесли. А это что за чел? Сол-ловушка тут 106, который, да? Джейн. Да. И там пехфала, да? Он сито дел. Там пехфала, да? Не знаю. Ну, мне луков дадите, нет? Ну, сейчас мы выбьем там какого-то товарища, оставшегося в нем. Но я думаю, вряд ли он моих луков съест. Прям очень маловероятно. Сколько там должно быть войск, чтобы он съел моих стрелков? А это просто так наблюдение. Думаете, у него есть шансы? Мне кажется, что у него нет шансов. Когда я занимаюсь бой. Угу. Блин, у меня буст на размер закончился. Кажалось. У меня такая же фигня была. Почему сейчас? Ну почему вот в этот момент? Я уже спалился. ГГ. Нет, а я вернулся, быстренько врубил бус и пошел опять. Ладно, выбиваем. Прикиньте, останусь, я офигею. Пехфала. А, там фигня, там лям 600, какая ловушка. Это изичная цель для соло. Нифига это не ловушка. Я ему 1/3 армии пронес, почти всех пехов, там фигня осталась. А где? And let's carpet.
есть контент. О, там 7 лям еще. Там еще 7 лям. Я сборю другого типа. Так, а Кубе не повезло, да? Он попал в стрелковую фалу. А его еще и луками укрепили. Блин, а он очень вкусный, там Т4 войска. Там фул Т4. Да, да. Жалко. Надо еще раз... И он до конями бы сейчас... Жалко, а жалко, он... жалко. Он не на запале, да? Ну, у него уже, наверное, заканчивается запал. Я даже не знаю. 3, 2, 1. 4 по ляму и 2 луки. Прожмите ковры. Шмот одевай, ковры юзаем. Шмот одевай. Да я в шмоте. Я стрелковую фалангу поставил. Окей, я остался. Окей. Я мало, да, пронес? Хотя нет, слушайте. А его пехами крепили. Вот это да. Вот нужно было сказать по поводу крепа, потому что остальная информация, она не столь важна по поводу количества войск. А когда я просканил, крепа не был. Ну, значит, нужно сборить дальше. У него еще есть запал. Там шмот говно. То есть, в принципе, шанс на пробитие есть. Тем более, часть пехов я ему пронес, можно еще раз луками. Я думаю, еще раз луками стоит засборить. Он же не под пехотный креп ловушка, правильно? А, ты, нет. Ты без кроликов. Олег, там пехоты 7 лям. Ну вот, то есть, в принципе, он может поменять фалангу сейчас. То есть, подумать, что мы сейчас заборим лукавой, и он поменяет либо на кавалерийскую, что вряд ли, либо на стрелковую, что более вероятно. Кстати, Олег, ты видел его киллы? Он не додумается до этого. То есть, он думает, что у пехотный него, останется? У него только 3 фама на стенке. Ну ладно. Нет, он может на изи вообще принять сейчас. Он мало потеряет. Посчитайте время, Куба. 5 секунд. 4. 3, 2, 1. Go. Change gear. Go. Че, он такой прошаренный? Реально поменял на стрелковую? Но я говорю, что он сменит. Нет. На, салам алейкум. Он на стрелковой принял, да? Он не сильно просил. 18 лям. 18 лям было, да. На стрелком клине, да? Блин. Офигеть. То есть он немного потерял, но Кьюба выжил. Это круто. Это круто. Нормально, он потерял. Да. Ну, ляма 3 он потерял, да? 3,5.